Военнослужащие семи стран-участниц тренируются на базе полигона Ейски учебного центра противовоздушной обороны. Сюда прибыли команды от вооруженных сил Китайской Народной Республики, Венесуэлы, Египта, Беларуси, Казахстана, Сербии и, конечно, Российской Федерации. Цель – стрельб, обнаружение и сопровождение мишени, а также пуск учебных ракет. Военные водители стран-участниц на боевой технике совершенствуют свои навыки в преодолении различных трасс, таких как Брод, Косогор, Восьмерка. Учебная трасса протяженностью около 10 километров расположена на морском побережье. Сегодня прошла завершающая тренировка с выполнением боевых стрельб. Первый этап международного конкурса «Чистое небо». Спринтерская гонка подразделений ПЗРК на боевой технике стартует 4 августа.